Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 6-е Ниссана, соответствует месяцу Элул. Как проживешь 6-е Ниссана, написано так, проживешь Элул. Поэтому мы сразу ныряем в эти глубины Каббалы. Элул – это месяц раскаяния, месяц покаяния. Это весь месяц слихот читают. И поэтому написано, что в этот день можно привлечь, соответственно, месяц милосердия от небес. Что для этого делать? Надо проводить день хорошо. Кроме того, надо прочесть Широширим. В этот день надо полностью прочесть, и тогда написано, это привлекает. Вообще всегда все решает небо. Обо всем надо договариваться с небом. Как пройдет одно, как пройдет другое. Всегда люди, которые пытаются договариваться на земле, они должны понимать слово первично. Нет другого. Вот как наверху решено, так и будет. Знаете, некоторые люди, которые чувствуют это, если у тебя вообще какая-то проблема, мудрецы говорят, что ты оторвался от Творца просто. Где-то произошло замыкание, и энергия твоя, то, что выделено, тебя уходит в сторону, потому что она не, ты не можешь ее принять. Что нам делать, написано, надо сосуд менять. Надо сосуд либо увеличивать, то есть духовный свой сосуд. Еще надо чистить, потому что к грязному сосуду не то прилипнет. Вот надо чуть-чуть заниматься этим делом. Был великий такой человек Хазон Иш. И вот однажды на улице он шел, и вот к нему подбежали разные там ученики Иши. Он как раз возле фонаря стоял, он остановился. Они, один вопрос, второй вопрос, третий вопрос. Они видят уже поздно, человек пожилой. Они говорят: «Ребе, вам не тяжело?» Он говорит: «Нет, нет, мне здесь хорошо». А потом вдруг прервал и говорит: «Послушайте, а ничего здесь не происходило в этом месте?» Ну, один там ученик побежал в Ишиву, говорит, прибежал, говорит: «Да, Ребе, точно, вчера здесь выключали электричество в Ишиве, и прекратилось занятие Торой, а самые такие ученики, которые все-таки не хотели прерывать, они вышли сюда на улицу, и возле этого фонаря учили Тору». Представляете, человек почувствовал, что слова Торы изменили пространство, изменили материю. Духовные люди это могут чувствовать. Мы не всегда, а вот они могут точно. Написано, что мы словом, которым создал Бог мир и дал нам возможность говорить, это рот, он материальные вещи делает. Кажется, что я сказал. На самом деле мы можем изменить мир. Рав Замир Коэн рассказывал о опытах профессора Ямамото, который ставил вот такие мензур чашечки с водой, с одной разговаривал с благословениями, второй молча, а третий всякими проклятиями. Замораживали потом и показывал кристаллы. Там, где говорили благословения, там кристаллы невероятной красоты. Там, где говорили проклятия, такие изуродованные кристаллы. Но ведь это же должно потрясти любого мыслящего человека. Мы же ничего не делали, мы не меняли ничего. Мы просто разговаривали с ними. Особенно речь идет о Торе. Тора это не просто слова, Тора это не просто книга. Тора это материализованная духовность, это концентрат. Написали мудрецы, ну, к примеру, возьмите астрофизику. Он выучил всю свою профессию, он прочел много книг. Очень большой ученый человек. Стал ли он хорошим человеком после этого? Ну, очень спорный вопрос. Может да, может нет, мы не знаем. Изучение профессии редко меняет человеческую часть натуры. Да? А вот если человек учил Тору, да, прикасался к Торе, она очищает душу. Это написали самые великие каббалисты мира. Тора очищает человека. Мало того, написано, что если человек при жизни учил Тору, то она как бы оплакивает его после ухода из этого мира. А это крайне важно для души. А если от его имени продолжают говорить Тору, или там он передавал кому-то слова Торы в этом мире, награда его написана безгранична. И все. Поэтому все от неба. Это только вот был такой сдом, и в сдоме все говорили: я хозяин своих успехов. Я тот, кто решает все. Мое я решает что-то. На самом деле это не так. На самом деле написано, что чем больше мы проникаем в духовность, тем больше выполняем свою миссию в этом мире. Брахава от слаха, всего самого-самого лучшего.